Так, еще здесь и здесь, и в принципе все. Так, сейчас еще, вот. Крипусика нужно сюда поставить. Все, отлично. Фух, наконец-то сделал я ремонт. И что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Костыль, добро пожаловать на новый видеоролик, собственно. Эх, наконец-то сделал, друзья, ремонт, собственно, свою наковальню. Заказал все нужные, собственно, вещи, стекла, все, что у меня здесь было, прям аж, фух, прям аж хорошо, прям вспоминаю старые времена, как я здесь раньше жил. Капец, блин. Да, друзья, короче, собственно, сегодня, значит, что? Я уже все сделал, значит, записываю для вас видео, вот, собственно, на GoPro. Да. Тогда, значит, друзья, пойдем на работу. Да, возьму свою, собственно. Так, вот где-то вот столько вот семян. Чуть-чуть картошечки. Вот, допустим, где-то вот столько вот. Да. Ну и морковки 6 штучек. Я думаю, нам хватит. И берем свою железную мотыгу, собственно, и идем. Так, ой, блин. Привет, житель, что ты хотел, а? Привет, Костя, Костя, а это ты не знаешь, где, когда почта придет? А, ты, нет, я не знаю, да и сам даже жду, я не знаю ничего. А что там, типа, это, что ты хотел? А, ну просто, типа, мэр говорил, что зарплату придет по почте. Ну ладно. Блин, странный житель, конечно. Так, все постоянно мой двигают этот гелик, куда его можно запарковать, друзья? Давайте вот тут вот опять поставим сюда, что ли? Можно его было туда поставить, вон туда, там никто не ходит. Ну ладно, сейчас сделаю, короче, грядки, собственно. Капец, фух. Как же меня давно здесь не было, друзья, реально. Фу, прям такой запах, капец. Так, садим сюда, значит, морковку, друзья, да. Отлично, пацаны, тут у нас пшеничка. Вообще, как же меня здесь давно не было, друзья, как же меня здесь давно не было. Фух, я наконец-то сюда вернулся. Просто капец. Так. Вот здесь вот, друзья, грядочки сейчас убираем. Так, все отлично. Засаживаем. Тут у меня что-то все утонуло. Ладно, неважно. Так, вот здесь тоже что-то. Друзья, вот это сейчас грядочку. Вон та не моя грядка. Вот эти вот только двое мои, да и все. Да. Собственно, вот так вот. И я сейчас, короче, пойду запаркую гелик вон туда. Вот опять этот житель здесь ходит, смотрит мой гелик. Хватит смотреть на него. Ты чё? Ой, блин, здесь овца какая-то. Сейчас запачкаешь машину мне. Блин, капец. На чем я вообще приехал? Капец. Это же деревня, тут ничего не понимаю. Блин, а как здесь проехать, друзья? Давайте вот так вот сейчас протиснемся как-то. Опа, друзья. Нет, я не могу здесь проехать. Колодец слишком, ну. Ладно, друзья, сейчас давайте объедем сейчас. Вот так вот, друзья, газуем. Фух. Блин, а здесь реально тоже нельзя как-то объехать. Как здесь объехать, друзья-то? Не, ну по идее здесь можно. Да, все. Ой-ой-ой, опасно, друзья. Гелик вообще... Блин, что я выпал-то? Дверь, походу, не закрыл. Так, сейчас едем, друзья. Так, обалдеть. Я еще подвеску все побил здесь, ну ладно. Фух, гелик, стой тут. Это капец просто. Опа, друзья, там дверь открытая. Интересно, как кто там живет в этом доме вообще? Какой-то житель здесь, походу, живет, что ли? Так, тут еще ходил где-то, бродил житель. Житель. Ау, привет. Привет, что такое? А ты не знаешь, кто живет в этом доме? Вон то вот, ну, там, которая дверь выходит аж прям в речку. Ну я там живу, ну тебе лучше туда не ходить. Не ходи туда, понял? Не надо. А, ну хорошо, не собирался туда ходить. Блин. Друзья, странный житель какой-то, реально. Не ходить туда. Смотрит что-то. Че он здесь ходит так? Странно прям, друзья. Мне прям аж хочется сюда зайти. А, блин, я еще забыл вот эту штуку купить. Вот эти вот кирпичи, что на крыше. Так, ну, друзья, странно. Тут вот какой-то пацанчик кота своего выгуливает. Так, ну я про... Я что-то слышал тоже, что тут какой-то звук был. Чего, блин? Житель какой-то. Друзья, мне нужно туда попасть. Я там слышал какой-то звук. Как туда попасть, друзья? Блин. Друзья, я не знаю. Давайте тогда
Вот как в старинку блока вот так вот накопаем, собственно. Я думаю, я слышу прям какой-то звук, как будто что-то как-то открывается там. Так. Опа. Тихо, друзья, там кто-то есть, там кто-то есть. Кто это там, житель какой-то стоит. Друзья, какой-то подвал, что ли, тут не было раньше подвала. Смотрите, там изумруд валяется, друзья. Капец, что здесь? Так, тут пусто, друзья. Так, друзья, здесь закроем дверь. А? Что это там было? Кто дверь закрыл? Друзья, 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 друзья. Давайте сейчас. Раз, два, три. Стояма, стояма, руки вверх. Ты кто? А, что? Как ты меня нашел? Ты кто такой? Говори. Так все, стоять. Что это за место такое? Подвал какой-то. Здесь его раньше не было вроде. Что здесь вообще? Что ты хранишь? Что здесь? Это че изумруды? Ничего себе! Где ты взял это все? Давай говори, ты че? Ну, я, короче, друг мэра, и понимаешь, что у меня, короче, ну, как бы, работа, я, типа, ворую изумруды. Что? Зачем ты это делаешь, ты чё? Ты друг мэра, оказывается, ну? Блин, такого я не видел. Чё ты, пацан, здесь прёс, а чё ты здесь, чё здесь? Мясо, курица, зачем тебе это, ты чё? Ну я не понимаю, ну просто что тебе нужно? Просто уйди, пожалуйста, пожалуйста, не пали контору. В смысле не пали контору? Я уже спалил ее. Ничего себе, сколько хотя бы здесь вот этих вот изумрудов? Сколько? Так, так. Житель. Ну ты доигрался, конечно. Обалдеть. Раз, два, три, четыре, пять стаков. Ты чё? Ты чё, в смысле? Где ты это все взял? У кого своровал? Ты чё? Даже жители не такие богатые, чтобы у них это все быть. Ну понимаешь, ну короче, ну, я типа это, не один год здесь, понимаешь? Я как бы давно уже. Ну блин, ну ты плохой вообще какой-то, я забираю это все, ты чё? Нет, положи на место, а то сейчас это, пристрелю тебя, понял? У меня пистолет есть. Да, ну и где, показывай, показывай, ну где? Я не боюсь никаких пистолетов, да чё, я бронированный. Ага, вот. Ой, да чё, ты чё? Блин, друзья, он стреляет. Он реально не соврал, друзья, валим. Ух. Блин. Ух. Друзья, он стреляет, он... Ой, капец. Чё ты за бешеный житель какой-то, друзья? А, он мне, это, штаны прострелил, друзья, валим, валим, валим. Капец, он бешеный какой-то. Обалдеть. Вроде оторвался. Вон там бегает что-то. Капец, он быстрый. Фу, друзья, обалдеть. Нужно сваливать отсюда. Где мой гелик? Блин, он где-то там стоит. Я не вижу его даже. Капец. Куда мне бежать? А, так, ну вроде его нету. Вроде его нету там. Да? Блин. Вот тут это, спрячусь. Тут. Фух. Капец, друзья. Что это за житель такой бешеный? Я не понимаю. Фух, ну я забрал все эти изумруды. Я не знаю, конечно, их, зачем я их забрал. Фух, это копей. Я сейчас буду бежать от этого жителя, что, собственно, в милицию, полицию звонить, ФБР, еще кому-то, короче, я не знаю, друзья. Фух, давайте ждите новых видео по деревне этой, да. Все, я побежал, да.